И последнее историческое событие на сегодня. 24 декабря 1951 года, 60 лет назад, бывшая итальянская колония Ливия в Африке была объявлена Соединенным Королевством Ливии во главе с Идрисом I королем, который правил 18 лет до 1 сентября 1969 года. Он был шейхом, главой племен местных, его уважали очень. Значит, он, правда, очень сильно болел, много болел. И вот, отправившись на лечение в Турцию, воспользовались этим группа военных во главе с незабываемым Муаммаром Каддафи, который 1 сентября 1969 года произвел военный переворот в отсутствие короля. Король Идрис I пытался подключить Англию и другие страны, чтобы вернуть себе престол, но это не получилось. А почему? Потому что вмешался СССР и Египет. В то время почти социалистический, Насер его возглавлял.